Всем привет! Сегодня мы будем готовить мясо по-французски в духовке. Для этого я возьму свинину. Ну, 3 кусочка у меня есть, как раз вот я их и собираюсь сделать. Дальше нам нужен будет помидор, лук, сыр твердый. Ну, 2-3, если небольшие, то 3 можно кусочка чеснока, зубочка, зелень. Ну и также соль, перец, для смазки растительное масло и сметана с майонезом я буду делать пополам. Можно просто майонез, можно просто сметану, кому как нравится, кому как удобно. Первым делом мы мясо отобьем с двух сторон немножечко молоточком. Мясо я уже отбила. Лук мы режем полукольцами или четверть кольцами. Ну вот у меня большая луковица, я половину порезала полукольцами. И помидоры, если он маленький, можно колечками, если он большой, тоже можно полукольцами порезать его. Режем так вот тоненько. Дальше для смазывания нужно смешать майонез. Я лично буду майонез со сметаной смешивать. Можно просто майонезом помазать, можно просто сметаной. Ну, майонезом вкуснее, но у кого какая там диета. У меня как раз есть немного сметаны, я сейчас добавлю сюда майонез. И все это перемешаю. Пока отставим в стороночку. Еще на терке лучше сразу потереть твердый сыр. Сыр я буду тереть на крупной терке. Ну вот, я думаю, такое количество сыра нам примерно и достаточно будет. Я не говорю, сколько грамм чего я беру, потому что я беру все на глазок. А еще я хочу меленько порезать зелень сразу заранее. Зелень я беру петрушку с укропом пополам. Ну, через пресс я пропущу эти зубочки чеснока, выдавлю просто их. Таким образом миленько порезала зелень, чесночок выдавила и пока постоит пускай. Теперь уже, в общем-то, все подготовлено, можно теперь собирать уже наше мясо по-французски. Нужно достать противень. Итак, на противень мы капнем чуть-чуть маслица. И вот такая кисточка у меня есть специально, чтобы это размазать его. Масло можно взять любое. Любое растительное масло, какое есть. Готово. Теперь нам нужно мясо посолить, поперчить с двух сторон. Вот этой стороной я буду выкладывать. И еще раз посолим, поперчим с другой стороны. Ну а сверху мы выкладываем лук. Вот так вот лук
положили. Дальше лук смазываем майонезом. Но майонеза чуть-чуть оставим. Сейчас я вот так вот раз делаю. Пока я занимаюсь вот этим занятием, у меня уже прогревается духовка. Духовку нужно прогреть до 180 или 190 градусов. Выпекать будем 30-40 минут. Вот получилась такая вот красота. Сверху мы будем выкладывать помидоры. А теперь я хочу в оставшийся майонез добавить зелень с чесноком, все перемешать и смазать сверху. Вот такой вот белый, как соус получился у нас. Теперь все это аккуратненько нужно размазать равномерно. Вот такая красота у нас получилась. И осталось нам эту красоту посыпать сыром. Ну вот мы подготовили наши мяски по-французски. Духовка уже разогрелась, я отправляю это в духовку на 30-40 минут. Буду смотреть 30 или 40, потом вам скажу. Ну вот, наше мясо готово. Вот такая вот красота получается у нас. Получилось. Сейчас я хочу переложить это на тарелочку и попробовать. В духовке мясо выпекалось 35 минут у меня. Вот такое красивое блюдо у нас получилось. Сейчас будем пробовать. Ну что, мои хорошие, вот такое замечательное блюдо, красивое получилось у нас. Такая румяная корочка сверху. Я хочу это дело попробовать сейчас. Правда, оно еще горячее, но будем дуть. Мне интересно, пропеклось ли это все там внутри. Вот так оно в разрезе выглядит. Я думаю, пропеклось. Правда, сильно горячим. Режется легко, поэтому я уже не буду сейчас это все пробовать. Подожду, пока все-таки остынет. Я уверена, что это блюдо вкусное. Я его ела не раз и приготовила именно так, как готовил один мой знакомый повар. Честно говоря, мне прям не терпится попробовать. Очень аппетитно пахнет. Вкуснятина. Мясо готово, мясо мягкое. Это блюдо можно есть для тех, кто на похудении, для тех, кто на раздельном питании. Углеводы мы сейчас не едим, но мы едим, в общем-то, мясо, белок с овощами. Если вы худеете, можете взять
сметану 15%, можно взять майонезный соус 15%, в общем, сделать это меньше жирности, вот и все. Ну и также вот чуть-чуть смазать. Ну а кто не худеет, просто на раздельном питании, это блюдо вполне подходит. С овощами есть вот это мясо, белок, в общем-то, с овощами. Ну и все, на этом я хочу видео свое закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, пока-пока!